Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Сеть магазинов «Евразия Авто Плюс». Качественные запчасти для вашего надежного автомобиля. На советском тракте по вине водителя встречной иномарки автомобиль с камерой оказался в кювете. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На советском тракте владелец регистратора, уходя от столкновения с нарушителем на иномарке, улетел в кювет. По словам автора видео, в ДТП, к счастью, никто не пострадал. Также, на удивление, провокатор на иномарке остановился, вернулся на место аварии, извинился и помог владельцу регистратора выбраться из снежного кювета. На Октябрьском проспекте в Кирове наглый водитель Kia грубо нарушил правила дорожного движения. Столкновение не произошло, но нарушителю на иномарке стоит запомнить, что такие маневры опасны для жизни и ради них рисковать не стоит. На улице Гайдара камера зафиксировала массовый переход пешеходов на красный сигнал. Вероятно, многие из этой толпы попали под влияние стадного инстинкта. В итоге ошибка одного пешехода могла стоить жизни сразу нескольких людей. На улице Воровского гонщик на Ауди хотел проскочить перекресток. Аварии не произошло, спешка могла оставить водителя Ауди без бампера. На перекрестке улиц Ленина и Розы Люксембург лихач на десятке проехал на красный и повернул налево. На Октябрьском проспекте водитель Kia не учел дорожные условия и переоценил возможности своей машины. По словам автора видео, за рулем Kia сидела женщина. Машину в течение нескольких секунд кружила по дороге. В итоге она остановилась на встречной полосе. Во время этого дрифта никто не пострадал. Женщина долго не могла прийти в себя. На улице Грибоедова водитель Матиза поехал против одностороннего движения. За такое нарушение грозит суровое наказание, штраф 5000 рублей и лишение прав. И если бы инспекторы заметили этот Матиз, то в следующий раз в этом направлении водитель Матиза не поехал бы, а пошел бы пешком. На улице Жуковского камера зафиксировала, как водитель Рено ехал по тротуарам. Скорее всего, тротуары показались нарушителю ровнее дороги. К тому же, судя по колее, водитель Рено не первый, кто здесь проехал. На улице Мира владелец регистратора наблюдал любопытную картину. Из багажника девятки торчала человеческая нога. Надо сказать, что нога шевелилась. Скорее всего, это был водитель девятки. Но что он там делал, осталось загадкой. Михаил Вагин, место происшествия. Спонсор программы «Место происшествия» – сеть магазинов «Лидер Спорт». Ну что, устроим покатушки? В «Лидерспорте» есть ватрушки, и саночки, и снегокат. И ценам нашим будешь рад. «Лидерспорт» – твоя веселая зима.